Всем привет! Ну что, ребята, опять у нас английский сервер, опять у нас коллекционер, 40 тысяч самов на недостающих героев. Не знаю, честно говоря, как-то странно герои на английском сервере падают, обычно это все было получше. По Даксу почему-то здесь не прет. Вот такая вот акция у них, коллекционер, за Ледяху вы получите третий сет, за Бога Грома получите второй сундучок. Асура, конечно, неплохо смотрится. Получаете пятые сетики, 60 топовых книг. Ну и Фрея, которую я уже выбивал здесь. Сумочка Огнекрыла, правда, первая. 50 скинов на Афинку. Так, ну и за 15 слизней вы можете получить вот такие утешительные призы, я бы так это назвал. Так, мы на аккаунте Даника, моего подписчика, я надеюсь на это. Так, сейчас я найду его алтарь. Вот он. Аккаунт молодой, неопытный. Такая вот тыковка топовая, отлично. Ворожай воодушевление, огонь. Супер. Супер, да, неплохие, неплохие у него герои. Судя по всему, аккаунт бездонатный, но пятерок хватает, как видите, и неплохо смотрится ак. Сейчас мы глянем алтарь, и героев хватает, в общем. Так, находится он. Взглянем, где он находится у нас. Все так разбросано. Гильдия называется Эйр. Они переходят в Зубр Альянс Даник 132. Не знаю, что это такое. 140, 41, 975. Айдишка скорее. Вас там ждут. Вот так вот слияние гильдии происходит. Первые, вторые места были. В общем, вот такая вот печаль, беда. Распадаются, к сожалению, гильдии. Многие уходят. Но ничего не поделаешь. Тут уже была у нас обнова. Может и нового героя сейчас выбьем. Так. Ну, в принципе, вроде как бы все. Поехали трешивать. Будем сейчас пробовать наколдовать, как обычно. Так, давайте посмотрим недостающих изначально. По локациям. Так, Анубис, бочка. Дракос. Но, ну, я думаю, Дракос он не качает. Седна. Как-то более-менее стабильно у всех одинаковые герои. Асура. Предыдущий аккаунт такой же приблизительно. Так, тут что у нас? Тут у нас Риббита не хватает. Фрейя, Стрелка. В общем, вот так вот, ребят. Много кого не хватает. Афины. Заклинательница. А что у него по подземкам? 756 огней. Ну, вроде как бы неплохо. Поехали. 450, и у нас сразу падает стрелок, блять. Ну все, ребята, роллинг удался, разбегаемся, побежали. Ну что, поздравляю с недостающим. Это мега удача была. С первой тычки и сразу стрелок. Вот английский сервер, зря мы на него так наговорили. Поехали, поехали дальше. Первый клик сразу, топ-легенда. Так. Но это печально, места не хватает. Медуза, отлично. Архангел. Атлант. Вот это уже все, это уже роллинг удался, и вам больше ничего после этого не упадет. Капитан Дрейк был. Ну такое себе. Валька. Ничего не хотят сказать, что мы за 20 почти к выбили только одного стрелка.
Да, жесть, ребята, ребята, это жесть, это жесть. Так, ну поехали опять. Бигфут. Но он у него есть, но опять же, с первой тычки, фактически. Так, рыцарь. Кенди Кейн. Как-то странно, странно здесь все-таки падает. Смотрите, шаманы одни падают, блин. Жесть. Жесть, а не роллинг. Бум-б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 ум. Ну давай. Не знаю, во время коллекционера что-то многие говорят, и я тоже убеждаюсь, падает не особо. Ну что, поздравляю. Недостающего героя мы тебе достали. Стрелок. Стрелок, стрелок. Вот так он в зелененькой фракции. Отличненько, отличненько. Так, 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 так. Идем посмотрим на него. К сожалению, менять нечем, прокачать. Прокачать у него, в принципе, есть чем. Руны тоже есть. Вижу, уже в новую локацию даже бегал. Ну, на прокачку у него ресурсов хватает, поэтому сможет его вкачать сразу же в топ. Да, очень полезный будет герой на этом аккаунте. Так, а ну-ка, аккаунт донатный, бездонатный. Ну, вообще супер. Ну, чё, Даник? С тебя литр молока. Так. Что я хотел? А, я хотел еще зайти у них в судьбу, посмотреть, что у них здесь делается реально по топу в этой локации. Кто-то уже прошел далеко или нет? А, 28-ю зафармили. Вот так вот, видите? Если на Китайке 27-я максимальная была, тут уже смотрю 10. Не, не 10. Раз, два, три, четыре человека. Зафармил опять. Но смотрю, долго проходили, по минуте, даже некоторые вообще 2 минуты проходил. Смотрим топы какие-то. Огнекрыл, ворожей, стрелок, Фрея. Сейчас, походу, у них еще и битва гильдий, по идее, должна, как и у нас, начаться. В общем, у них получше тем, что у них обнова ДБГ, и они смогут хотя бы потестировать героев сейчас во время битвы гильдий. Возможно, у нас завтра обновят. Это было бы неплохо на русском сервере. Да, ребят. В общем, вот так вот. Ну что, поздравляю тебя. Пишите комменты, подписывайтесь обязательно. Ссылочка на Огнекрыла в описании. Бомбите. Обнова очень интересная. Очень много инфы по поводу следующих обнов, по поводу всего, что вообще происходит. Не знаю, всем удачи и всем желаю победить в конкурсе на Огнекрыла, хотя будет победитель только один. И постарайтесь правильно оформить свои заявочки, потому что многие просто неправильно кидают. И обидно, когда я 5-6 раз перероливаю победителя, а потом они начинают возмущаться. Вот там было то открыто, там не было то открыто, я это сделал, этого нету. Я показал, как это все сделать, поэтому надеюсь, вы правильно сделаете все. И уже фактически на следующей неделе, сегодня 18-е, когда я записываю этот ролик, мы уже все-таки сможем определить победителя. Все, пишите комменты. Всем пока.